Мы начинаем наш лимфодренажный массаж и наносим обильное масло. Начинаем мы глазу на декольте, переходим на шею и после этого идем на лицо. Массаж лимфодренажный делается раз в неделю. Если у человека очень сильные отеки, тогда можно делать два раза в неделю. Вот начинаем мы зону декольте хорошенечко. Проводим и выводим в подмышечный лимфоузлы. После этого мы нащупываем вот здесь косточку. Здесь мы не массируем, а просто надавливаем. 8 раз. И после этого мы переходим на шею. На шее мы делаем боковые мышцы лестничные, трапециевидная здесь мышца сплетается. Мы делаем вниз. Можем вот так делать, выводим жидкость именно вниз. Делаем где-то минуту, даже можно 2 минуты делать. Полностью на шее массаж. Где у нас идет платизмочка, мы делаем вверх. И боковую обратно выводим вниз. Хорошо-хорошо дренируем шею. Шея – это наш проводник. Сразу почувствуете облегчение, сразу почувствуете тепло. После этого переходим на лицо, ставим ручки, плотно ставим, чтобы не было вот такого вот. Ставим плотно и выводим. Делаем так 8 раз. Пальчики проходят по косточке нижнего века. 6, 7, 8. И после этого мы переходим вот на эту зону. Теперь мы дренируем зону подбородка, овал лица. Можем делать так петельки, можем просто пальчиками, как вам удобно. И идем ушком. Также делаем до 8 раз. Можно это упражнение делать поочередно, то есть зафиксировали подбородок и второй ручкой выводим. Восемь раз сделали и переходим к мышце круговая рта. Что мы делаем? Мы немножко опускаем верхнюю губу на зубы и выводим. Выводим только не вниз, а выводим также ушком. Тоже делаем до 8 раз. Теперь мы дренируем зону подбородка, овал лица. Можем делать так петельки, можем просто пальчиками, как вам удобно. И идем ушком. Также делаем до 8 раз. Можно это упражнение делать поочередно, то есть зафиксировали подбородок и второй ручкой выводим. Восемь раз сделали и переходим к мышце круговая рта. Что мы делаем? Мы немножко опускаем верхнюю губу на зубы и выводим. Выводим только не вниз, а выводим также ушком. Тоже делаем до 8 раз. Теперь мы работаем вот с этой зоны и глазки. Ставим пальчики, делаем буковку О и просто вот так вот дренируем в течение 1 минуты. После минуты мы просто ставим пальчики сюда, делаем буковку О и выводим. После того, как мы вывели под глазками нижнее веко, ставим пальчики вот сюда, где слезной канал у нас, и тоже дренируем. После минуты пальчики приподнимаем и выводим. После этого выводим жидкость и дренируем наши ушки. Ушки наши дренируем вот так тоже. И после этого переходим на лоб. Здесь мы ставим крючочки и выводим все к височным лимфоузлам. После того, как мы промассировали лоб минуту, мы обязательно все хорошо выводим через шею. Шея наш проводник, поэтому нужно хорошо продренировать шею. Лимфодренажный массаж, как я уже сказала, делается раз в неделю. Если у кого-то большая отечность, то можно два раза в неделю. Всем добра и красоты и обязательно любите себя.